Секунду. Кружусь нахуй долго. Назначил. Поставьте джинса, пожалуйста, свечку. Привет. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного. Джизус, есть у кого-то? Да, есть. Поставь. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас... Поставь. Молодец, 5 голды заработал. Моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. За Орду! У нас 4 милишника. В кого кидать нужно? Забыть не получится. Говори по меткам, я их по именам не шарю, короче. Рассеивание? Окей. Пожару, подожди, напомни, на звезду как подбежит или... Да, это я знаю.
Слышишь? Я извиняюсь, перебью. А пусть рога намажет калечащий яд, ебать. Полезу. Нейтрализуй. Вот, какой молодец. У меня все. Там есть на занудение. Первую в крест играем, да? Я тут. Сразу сложила. Косты сбивайте, пожалуйста, с крестика. Полипал в рейде бегает у них. Сервер я забрал, держу. У вас самул теперь бегает. Меня кошак запиздил. Переродилась. Так если хида пиздец. На нем омоложение висит вам. Такая бегает. Не, ребят, не, ребят, хуйня, я говорю, блядь. Я не могу, потому что морды кашки делают. Доты висят. Так, сейчас я тоже, короче, в танк спекнусь. Они обновляют доты мором. ДК кидают. Я не могу держать контроль. А сколько еще трая будет? Я же говорю, мы бьем этого, к нам прибегает в рейд Холи Паладин, потом шаман прибегает, начинает. Но правда, он контролит. В том-то и дело. Его спой накидают, его можно кинуть два раза, потом будет диминишн уже. Что тебе угодно? До следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями. Холи Паладин у них просто прибежал в рейд и все, и сразу же ушел в контроль. Я дал по нему смерч, потом подошел в облике кошки, уебал стан, у меня еще расовая обилка. Ну я держал его, блять, нормально. Нет, меня. Позволь моим чемпионам. Он потом нажал бабл, и с него никто не диспелил, и все. Ну, я диспелю цель, которую мы бьем, мы же с креста начинаем, или мне прям на всех сидеть и всех диспелить? Да, кстати, она Денису перебил, вот Мах правильно пишет, АУЕ вообще уберите, АУЕ тут не бейте. Вообще АУЕшными скиллами никакими не бейте. Потому что вы срываете контроли. Они меня, алло.
Ну дайте кулак Навара. Палазина. Локи, поставьте унитаз. Где сейчас его нет? Рейд левее, отойдите к черепу, там где череп. Так, кого мне держать? Так, а Селиванович, кого забирать я отходил? Окей. А диджей килька на шамана или на мага? Кого все-таки? Okay. Пусть сон усыпления друид кастует на кошку, а я поферяю собаку. Бьем крест. Череп. Валидола нету. Я жду. Не все. Пятьдесят 58%. Поп с паладина снимите. Шоко это кто ник, скажите. Очень сложно. Выйдите из-под коста, лок кастует пламя, вы в него видите. А вот сейчас на карте зачем лозы разбиваем? Блять, а можно прохил какой-то танков, нет? Тут как бы вроде ДПС, по-моему, нет у них. Это лучшие представители.
Лока смеешься, что ли? Лока вообще на него забивается. Это потому что народ. Это потому что это его опасная хрень, это вот его уезд. Или отойти от него, это тоже несложно. Опасный самый это хант, маг и сова. Они больше урон наносят, они вырезают хилов, как правило. Ну, вам виднее. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам... Так пусть один лок тогда прыгнет на пета локовского. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Ну все, сейчас вайпимся. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. За Орду! Слышал, мне Робби? Помогите плюс один с Галадой, будьте добры. Я пока не могу прочитать это заклинание. Не Робик. Если дроль под фиром убегает из ренджа, мне за ним бежать или хуй забить? Окей. Нет, бегать не надо. Мне ромбик бить. Принцессочка. Я держу. Сильваныч, иди налево. Не-не, Сильваныч, просто скажи. Зачем мне налево, если я забираю воина? А вы, а рейд не туда, рейд в другую сторону. Подожди, секунду, я не успел. Все, начну. Он промазал. Все, я бы разобрал.
Варен, только не таунтите отсюда. А то убежит. Пиздец. Лок, который за... Ебать. Сорок семь. Да у меня на кнопке, Следующего кого бьем, блядь? Где-то опера везет. Звезда у него, если нужно. Да, блядь. Да давайте череп, Алиса, она сейчас полрейда перебьет. Это лучшие представители Орды. Медики пошли к вам. Я лежу. Воина на себе держу. Я Фере. Кто я? Сильваныч. Лежит, кто лежит. Мне Рога дал этот, короче, контроль. Сейчас выйду, заберу, ладно. У нас хилы упали, надо резать. Я опять лег. Ну, я тоже. И БР, КД. Я стою, но мне нужен хил, Сильваныч. Я тебя похилю. Стой. Друида никто вообще не контролит. Друид без контроля. Все, вот пошел контроль. Три раза знания, три раза фир. Вот уже можешь юзать его. Вот фир уже должен быть юзаться. Это лучшие представители Орды. Бери. Мага в контроль возьмите. Приступач. Забирай, Сильваныч. Страхуй, ну, тебя меня, здесь. Меня надо хилить, потому что четверых уже больно. Его продиспелить надо, на нем хуйня какая-то висит. Дал прожим ему. Вон наш друг стоит рядом, пусть разрухит. Блять, ребята, у вас на ханте слишком долго висят доты, блять, обновления. Диспел Геру. Еще не готов.
представители Орды. Нету, заново надо. Здесь видишь... Тут ДПСа нету нихуя. Тут ничего не заново. Блядь, ты понимаешь, когда ложится опера, хил, который хилит танков, блядь, и говорят, БР оперу, а где он? А кто это? А что это, блядь? Ну, ложатся вторые танки, нахуй. Это лучшие представители Орды. Да, убивается легко, если убивается хант и маг, а не лук. Да, даже без аддона можно убивать. Его, да. Сначала у нас уехали ребята. Блять, я сказал уже здесь проблему. Стоят три танка, бьют, блять, миликов. У нас ложится хил. Не знаю, кто его там, блять, сложил. Ложится хил, блять, с ником опера, который хилит танков. Кстати... Вообще, они говорят, сейчас естественно с 50 метров должны отойти и хилить, а не стоять там, где и танки. На таком разы не будут. Чем могу быть полезен? В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Кто-то сказал, ДПС не главное. Главное тактика. Да-да-да. Было. Не, ну это понятно, но когда ты двигаешься, портишь здесь всем, блядь, сложно вообще дамажить так-то. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля! Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Сарду! Не спорю. Ну, раньше ж не было Т4. Вообще, имею в виду. Таких бонусов и убивали, что... Да ладно, давайте потом обсудим. Да не уебучим, ДПС проблема, дальше. Нахуй, не понимаете, что ли, блять. Люди просто барконтролить не могут и сдыхают на всем подряд. Почему нахуй ДПС? Короче, давайте сейчас просто быстренько мы убиваем ханта, затем мага, лока и всех пошли. Ханта надо уебать первым, хант бежит, который дисплеивает. Он разломается, и мы опять убьем, ой, умрем. Да лок вообще бесполезно, он не страшен, у него атака, да нет, только подойди, одна опасна, а то уезжает, пусть он бегает там. Вот надо банить. Вот, как его сейчас мага стрелял он. Ребят, это... Чтобы гриппом не промахиваться, вы сначала ЛП-шку киньте, а потом уже гриппайте, тогда точно не промахнете. Рейд, не туда бегите, туда танки бегут.
блядь, пиздец, я уже сдох один раз. Чисто пассив. Ну ты лох. Меня постоянно только шахта собака убьет. А не домашний пиздец. Уже хил лег. Уже один хил лег. Сейчас второй лёг. Разрывной выстрел, прицельный выстрел. Там паладин хилит, я в стане. Несс, уйди, Несс, уйди, Несс, уйди. Сука. Падает. Вот, возьми просто распредели, блядь, на каждый класс, блядь, кто кого контролит. А блядь. Может у них... Просто не хватает ДПСа, и все. Уже все выучили, все контролят, нахуй. Тут просто не хватает ДПСа, нахуй, они начинают ёбывать нас. Вот можно вопрос один? Ну что-то я смотрю, блядь, диджейка нахуй ложится, блядь, говорит, что его, блядь, убивает, нахуй, пьет, блядь. А можно вопрос один? Нет, да я вас хочу спросить, смотрите, то есть у вас по два человека на каждом чемпионе стоят, они их контролят, то есть они не бьют, у вас по фокусу играет 5-6 человек, и вы говорите, не хватает ДПС. Они не понимают, что им не нужно выбегать, и не нужно за этим человеком бегать, как он только подойдет, его нужно контролить. Вы вот это самое главное упустили. А они бегают, как долбоебы. Сейчас доскажу. Они бегают у тебя, как долбоебы по арене, понимаешь, по всей, и просто получают пизды. Как ты это прохилишь? Он говорит, вот, типа, Лока уронили. А как его прохилить, если он, блядь, ну, хер его знает где. Все умерли, его начинают убивать. Блядь, микрофон нахуй потише сделай, блядь, и не ори нахуй. Спокойно, блядь, разговаривай. Хорошо, ты мог изначально сказать, я бы дальше бы разговаривал, что тут. Меня поставили на шаму, я за шамой бегаю, блядь. Меня поймут. Матами, блядь, не ори, нахуй. Мы бросаем вызов орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса Герои во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. За орду! Все, понял.
Сейчас опять вайп будет. Да мне кажется, они тут некоторые уже поздували. Раздох. Друида законтролить надо. Да блять, собаки один хуй ебать. Все, я разобрал. Котик, живи, живи, живи. Дайте посовет что-нибудь, она ебошит стоит. Танка прохил? Сильваныч прохил. Да. Принцесса, прожмись. Мистерий, подними оперу. Сейчас. Дабуди, подними, я не знаю. Тихонько. Кого? Шамана. Это лучшие представители Орды. Оперу и хаврошку поднять надо, друиды. Вот сейчас я поднимаю, забагался интерфейс. Все, залил ману тебе. Все, отлично. Опера, держи, пожалуйста, танков. Массаку дал. Опера, еще вот, сделай пару шагов назад, чтобы на тебя не агрились. Через этот самый. Помогите с паладином. С холи паладином. В смысле? Я и говорю, кроме меня никто не убивает, я, блядь, бегаю к нему по КД. Отхильте танка. Танк упал.
Танк упал. Принцессочка, помогайте, танки, заберите всю хуйню. ДК, если ты понял живой, дай, пожалуйста, бомжай. На КД. Опера лежит. Дайте масс-фир туда. Расконтрольте их. Самул отхи, отлично. Самул отхиливает. По черепу играйте дальше. Опять контроль раздайте. Все, череп ушел. Все, идите туда под край. Не стойте тут, не тусите. Пусть раздадут иннеры по хилам. Хилы вообще пустые. Дал абсорбика. Масфир еще один дайте, пожалуйста, если локи есть или присты. Паладины, станы вы раздавайте. Таунтите, паладины на себя. Тупо таун, клацайте одну кнопку, блядь. Дайте Геры попавшим. Нету Геры попавшим. Гера спит. Да? А не, я зато одна, ну ладно, что поделать. Не отдавайте мне, Бер, у меня в фокусе пиздец. Уже. Они ДКшник, могут продавить. ДКшник, пони, ты можешь грипануть Шакула, квадрат, к танкам ближе, чтобы станутили. Он у вас там по рейду ходит. Вы продавливаете его из-за лока. Так, нанесало. Масфир еще. Отлично. Дальше помогу. Рога, сбивай косты. Адская плама, сбить. Сбейте каст. Сейчас заберу рогу. Рогу заберу с рейда. Не кидайте по роге смерч, кого-нибудь другого контрольте, я заберу сейчас рогу. Увожу рогу с рейда. Масфир опять раздать. Не заикайся. Еще не убили. А все, он начал захиливаться, мах. Челок. У вас умирает хил, у вас до хила стоит. У меня уже нет времени дальше продолжать, мне через 15 минут будет АТ. Этого Ануба в 220-м шмоте закрывают, ой, блядь, этот ик до Ануба закрывают в 220-м шмоте легко, понимаешь? Спокойно закрывают в 220-м шмоте, если люди с одной гильды понимают, что делать. Когда люди понимают, что делать, очень легко закрыть этот ебучий рейд. Слушай, ну ты такой умник, тут люди не с одной гильды, тут пухи, ты что, не понимаешь? Я и говорю, ну типа, ну, если просто, блядь, каждый будет делать свои дела и нормально, блядь, причем, когда я вижу, как маг поднимается, у мага, блядь, просто хп не отпадало в один момент. Просто вот вы же стояли и вы прохиливали, блядь. Потом мы в лока играем, у него как был 3.1 миллион, блядь, так и осталось 3.1 миллион, потому что никто по нему ничего не дал. Я, блядь, смотрю и вижу это все. Я стою, блядь, кастую в паладину хуйнюшку. И вижу, блядь, как дальше все люди дальше похуй хуярят. Никто, как стояли люди, блядь, милики на этом локе, блядь, рядом с ним. Никто и не отходит, нахуй, им на это не надо. Вот когда люди, блядь, научатся их, извините, блядь. Не, мне сейчас в магазин надо сходить. Ребят, у меня сейчас РТ, хотелось бы узнать, как там разрол будет и допронос завтра. Или когда вы будете ставить. Ну, хотя бы, чтоб потратить, я не знаю. Давайте хотя бы разрол будет, и остальное там...
Трафта еще только суббота, можно завтра поставить, кому как удобно. Иначе всех завтра не получится, понимаешь? Ну, половину соберешь завтра. Ну, этот трай вообще был зачетный. Из всех остальных. Можно ролл нахуй и добрать, блядь, просто. Это я согласен. А, блять, вторник-то не ходит. 25. Скажи, а ты как трофеи разраливал? Ну, первые 5 или сколько там? 2, сколько было трофеев? Просто первый отдал, и все, один. Второй у меня еще бежит. Понял. Баксбан трейд, давай. Какой бак? Зачем Баксбану? Это ДК. Кинжал блядь, я не увидел, нахуй. Я даже не посмотрел, нахуй сразу агриться, блядь. Нет, не агримся. Просто ДК даже кинжала не носит, по-моему. Я не видел даже, что это ДК. У меня просто открыт чат, блядь, и все. Я кнопочку нажму. Что? Ой, не надо на меня смотреть. Я Геру даю. Я единственный шаман тут. Ну, Элем это же милик, или... Я недавно создала шаму, я играю давно, просто, но... Да какой хрен там, блин? Хоть я умирала, я исполняла свою страту, я кости сбивала, вам помогала. Ну, я если не диспелю там и не ассистю никак, я 6к даю, поэтому... Плюс Гера, алло. Эй, а чё не поезд? Пецна выбрал 70. Выкинул 70. Так это может повторно. У меня аддон показывает 69. Аддон, это, ролл-то ещё не окончен. Рейд ролл. Дрим мэйдж 69. Ну, а чё не дали поезд? Если бы он выкинул 70, у меня бы аддон показал. Да, кинжал, выкидывается кинжалом 92-93, последние роллы. Потом дримейдж кидает 43. Пецна, сейчас я тебе включаю. Подожди, я включил стрим. Я не понял. Включил стрим, у меня на экране аддон. Можешь зайти посмотреть. Все роллы. А кто выиграл? Можно мне сказать? Дримейдж.